надеемся, что эти деньги будут изысканы. Государство стало закреплять за предпринимателями квоты вывода на 10 лет. Кроме того, что теперь появилась возможность планировать бизнес на более длительную перспективу, это стало еще стимулом для роста инвестиций, более масштабного освоения запасов. Решение об обязательной доставке на нашу территорию всего улова, который добыт в исключительно экономической зоне России, позволило сделать работу отрасли прозрачнее, что немаловажно. Была создана и отраслевая система мониторинга, которая пользуется не только Росрыболовством, но и Федеральной службой безопасности. Благодаря вот такой работе все-таки удалось сократить нелегальную добычу рыбы. Очевидно, что с этим все равно есть большие проблемы, но все-таки тенденция на сокращение нелегального лова есть, она налицо. Во всяком случае, по экспертным оценкам, объем браконьерства за истекшие 10 лет упал в разы, в 3 раза. Но понятно, что, опять же, это некая усредненная позиция, где-то ситуация лучше, где-то хуже.